А сейчас криминальные новости. В Демидовском районе на территории национального парка незаконно были вырублены 110 деревьев ольхи и 9 берез. Злоумышленник причинил лесному фонду ущерб на сумму 173 тысячи рублей. По данному факту задержан неработающий житель близлежащей деревни. Около его дома стражи порядка обнаружили дрова, которые мужчина заготовил для личного пользования из незаконно спиленных лесных насаждений. В отношении него возбуждено уголовное дело. За содеянное подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 7 лет.